Ребята, привет! Это обзор для вас. Это обзор про такое себе среднее жилье в Береговом, Бахчисарайского района. Поселок, который находится недалеко от Симферополя. Где-то час езды нам на такси от аэропорта. То есть поселок стоит на берегу, прямо на море. Там песчано-галечный пляж. То есть можно найти и где песок, но в основном там галька. Людей тут мало. Поселок небольшой, есть только основные магазины. И от него, если куда-нибудь ехать, это там, допустим, Бахчисарай, это минут 40 езды на автобусе, цена там 100-150 рублей, наверное, за автобус. Севастополь, в принципе, тоже там километров 40, Симферополь, километров 47-50, Евпатория. То есть поселок, в принципе, находится где-то равноудаленно от всех таких крупных мест, куда обычно люди ездят посмотреть что-то красивое в Крыму. Вот. Ну, само место по себе, оно довольно экзотическое. То есть там такие высокие глиняные скалы на берегу. Вы можете посмотреть в других моих обзорах. Я снимал там с квадрика облеты вот с этого места. То есть, в принципе, место такое необычное. Вот. Я бы сказал, это больше такой, ну, может быть, бюджетный вариант отдыха, поскольку жилье там недорогое. Наверное, может быть, кому-то покажется не тот уровень, кому-то тот уровень. Это такое среднее жилье. То есть, есть и хуже, есть и лучше. Там надо ходить искать. Я просто зашел посмотреть на то, что вообще, какое там пространство, сколько там кроватей, какая-то мебель. Жилье не готово пока еще, не готово, потому что оно было как бы законсервировано на зиму. И ребята еще там не убирались, они еще не расставляли мебель, они не подготавливали все это к приезду туристов, потому что сезона как такового еще не было. Они вот готовятся, что сезон вот скоро откроется, и они уже сейчас начинают там плавно-плавно расчехляться. Хотя, в принципе, уже там бронируют места, уже там как-то на июнь месяц, там уже на июль. Уже, в принципе, там почти все занято, насколько я понимаю. Вот, на август там свободно. Так что это видео исключительно для своих, чтобы ребята посмотрели, поняли примерно, как все это выглядит. Я никоим образом ничего не рекламирую, вот снимаю то, что снимаю. Вот так вот. Это виноград, да? Да. Не подрезали в этом году? Нет, я обрезал. Это вот надо подвязывать. Подвязывать? Ну, аккуратно. Ага. Так, ну давайте, я вам любой открою номер. А здесь типа общие площадки такой, да? Ну, она как общая, она как к первому номеру. А больше к первому относится? Ну, я не знаю, как первый там расписан. Ну, там будет диван. Uh-huh. А здесь, в принципе, в каждом номере, ну, лавка здесь, стол выносной. Uh-huh. Вот здесь вот, может быть, сидит. Море не видно. Просто я же говорю, что я еще ничего не делал. И когда вы говорите, через пару недель официальный запуск, да, будет? Ну, с 1 июля, да, ну. А уже кто-то, ну, заранее как-то арендовал? Не знаю. Ну, уже расписано. Июль. А, да. А июль расписан. Ага. Ну, естественно, это убирается. Ага. Все. Вот три места, ну, окно там, сетка. Шифонер, холодильник. Угу. Вот санузел.
То есть это получается три места, смотри, три кровати, да, такие получаются? Угу. Да, три. Угу. Ага. Ну, здесь это... окно, ага, шкафчик. Ну, я же говорю, что не готово у меня. Если ага, вы здесь нет, будете, ну, приготовить, как он, да? Приедет. Они все однотипные, то есть как бы одинаковые. Угу. По размеру, по. А по воде горячая. Да, горячая вода. Постоянно, да? Да, там... постоянно. Нет, кондиционера нет. Нет. Да. Кондиционера нет, но есть нет, холодильник, да? Нет, кондиционера нет. Ну тут и так. Есть тут кухня. Кухня. Такая импровизированная. А за розами кто у вас ухаживает? Или это не ваш участок? Это не мой. Ага. Я ухаживаю. А что, вот вон уже угоду. У дома надо обламывать. Ну вот, импровизированная кухонька. Здесь плитка стоит электрическая. Вода. Угу. Посуда есть. Сковородки там, эти все. А кухня, кухня типа общая на всех? Общая, да. Кто хочет здесь. Угу. Нет, вон есть кафешка прямо напротив там. Угу. Хорошо делают все. Угу. Просто оно сейчас не убрано, вы же понимаете. Угу, угу. Ну, в принципе, да, так сложно. Не касался, конечно, еще вообще. Не, ну, все равно. Я говорю, я это сдал. Угу. Все, в аренду и все. Что у меня уже сил нет. Что у меня еще один участок там делать. Я просто не успеваю. Ну, конечно. Так что здесь вот угу, лавки. Угу. Столик вынесем, пожалуйста. Ну вот кафе тут готовится сейчас к сезону. Тут, наверное, столы будут стоять. Там спуск к морю уже идет. Ребята, я понимаю, что это не самый крутой обзор, который вы видели, в принципе, по поводу жилья там и всего такого, но я это делаю исключительно пока в рамках увлечения или хобби, поэтому если вы подпишетесь на канал, поставите лайк, поделитесь этим видео с друзьями, это позволит мне снимать еще больше новых видео про Крым, про Питер, про те места, где я бываю. Это поддержит меня в моем стремлении доносить до вас интересную информацию. Так что подписывайтесь, делитесь этим видео. Надеюсь, оно вам понравилось. И до новых встреч. Пока.